Всех приветствую на своем канале. Сегодня предлагаю вместе со мной приготовить вот такие замечательные хрустящие сырные палочки. Их можно использовать в качестве перекуса, как дополнение к любимым фильмам, так и вместо хлеба. Если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы узнавать первыми о выходе моих новых рецептов. Для начала натираем любой твердый или полутвердый сыр на крупной терке. Перекладываем в глубокую емкость и добавляем мягкое сливочное масло. Туда же отправляем жирную сметану жирностью 18, 20 или 25%. Слегка перемешиваем и добавляем любимые специи. Я использую смесь чили с паприкой и вялеными помидорами по вкусу. Затем добавляю чайную ложечку гранулированного чеснока. Можно чуть больше, либо использовать прованские травы. Солю. Количество соли зависит от степени солоноватости сыра. Всыпаю просеянную муку и вымешиваю тесто. Не страшно, если тесто слегка липнет к рукам. Отправляем его в холодильник на полчаса, чтобы оно немножко охладилось. Раскатываем тесто в пласт толщиной около 1 см и нарезаем на брусочки. Можно срезать неровные края и снова раскатать их в пласт. Выкладываем на пергамент или тефлоновый коврик. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Можно использовать черный кунжут или семя льна. Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут, до золотистого цвета. Палочки получаются хрустящими, с ярко выраженным вкусом сыра и специй. Очень вкусно! Попробуйте обязательно и ставьте лайк этому видео, чтобы сохранить этот рецепт. Приятного аппетита!